Когда мы думаем о прошлом Земли, трудно представить себе событие, которое могло так радикально изменить ход развития. История климатических изменений и жизнь людей одновременно. Но именно такое событие, по мнению ряда исследователей, произошло около 12 800 лет назад. Этот период известен как конец Плейстоцена, время глобальных климатических катаклизмов, массового вымирания большей части живых существ. Среди множества гипотез одна особенно выделяется – гигантский удар космического тела, ставший причиной многочисленных геологических и биологических изменений. Но почему именно 12 800 лет назад? Что это было? Астероид? Взрыв вулкана? А быть может, неудачное испытание гуманоидов? Как это выяснили и какие были последствия? Приглашаю вас провести небольшое расследование. Рэндон Карлсон. Исследователь, который посвятил десятилетия изучению геологических следов катастрофических событий. Его внимание привлек слой обожженной почвы, который встречается в одно и то же время по всей Северной Америке и содержит уникальные минералы, в том числе нанодиамонды и редкие металлы, такие как иридий. Эти вещества редко встречаются на поверхности Земли, но часто обнаруживаются в метеоритах и местах падения крупных космических тел. Считается, что их присутствие указывает на масштабный удар, способный вызвать как локальные разрушения, так и глобальные климатические изменения. Слои, в которых содержатся эти минералы, обнаружены в разных регионах, включая озера, древние торфяники и осадочные породы, что подтверждает идею об одном масштабном событии, а не локальных природных катастрофах. Следы удара совпадают с резким похолоданием климата, известным как «молодой дрейф», который длился около 1300 лет. Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды показывают внезапные изменения температуры, а также увеличение содержания сажи в слоях льда, что свидетельствует о масштабных пожарах. Эти данные указывают на то, что удар был не просто локальной катастрофой, а событием, способным изменить климатические условия планеты на десятилетия и даже столетия. Такой резкий климатический сдвиг мог вызвать массовое вымирание крупных животных, известных как мегафауна плейстоцена. Мамонты, мастодонты, саблезубые тигры, гигантские ленивцы, как я, и многие другие виды не смогли адаптироваться к новым условиям и исчезли за короткий исторический период. А вот историк Грэм Хэнкок рассматривал гигантский удар через призму человеческой культуры. Он изучал мифы и легенды древних цивилизаций, предполагая, что рассказы о небесных огнях, потопах и огненных дождях могут быть зашифрованными воспоминаниями о катастрофических событиях. В его работах эти мифы связываются с археологическими данными, резкие изменения в поселениях, внезапные миграции племен, разрушение городов и храмов могут совпадать с периодом после предполагаемого удара. Однако, как вы уже догадались, есть несостыковки в периодах времени существования первых людей и катастрофических событий, если только их было несколько. В любом случае, это создает удивительный мост между физическими доказательствами и культурными свидетельствами, показывая, что человеческое сознание пыталось осмыслить и сохранить память о событиях, которые были слишком масштабными, чтобы их можно было просто забыть. И они передавались из поколения в поколение долгое время. И вот мы здесь. В современном времени, где исследования дают все больше подтверждений того, что гигантский удар был реальным событием, а не только гипотетической конструкцией. Существовали ли люди или нет в тот период времени, это другой вопрос. Но что самое важное, так это микроскопические частицы внеземной пыли, захороненные в морских осадках, которые могут указывать на то, что около 12 800 лет назад в атмосфере Земли взорвалась комета, а затем уже ее фрагменты упали на поверхность. Эти гипотетические события связывают с так называемым поздним Дриасом, резким похолоданием, продолжавшимся около 1200 лет и прервавшим
общее потепление после последнего ледникового максимума. Идея о том, что столь значимый климатический сдвиг вызван космическим ударом, остается крайне спорной. Часть исследователей отвергает ее, другие же считают возможной. Главный аргумент противников – отсутствие кратера, который должен был бы остаться после катастрофы такого масштаба. Однако новые данные намекают, что все могло произойти иначе. Дело в том, что группа исследователей под руководством геолога Кристофера Мура из Университета Южной Каролины изучала 4 керна осадочных пород, поднятых со дна залива Баффина у берегов Гренландии. Такие керны представляют собой цилиндры из многослойных осадков, где сохранились хронология накопления морского дна за тысячи лет. В образцах пыли обнаружены микроскопические частицы металлов, по химическому составу схожие с кометным материалом, железо с низким содержанием кислорода и высоким содержанием никеля, а также микросферулы, богатые железом и кремнием. По мнению исследователей, эти сферулы в основном образованы из земных пород, но содержат примесь вещества, характерного для высокоэнергетического взрыва в атмосфере. Слой позднего Дриаса в баффинских кернах содержит целый комплекс признаков космического удара. Это и микросферулы, и скрученные частицы металлической пыли, и стеклообразные включения, а также характерные пики наночастиц элементов вроде платины и иридия. Но и напоследок самое важное. Это обнаружение кратера под ледником Хиавата в Гренландии диаметром около 31 километра. Такой диаметр соответствует так называемому сложному кратеру, форма которого формируется в результате комбинированного воздействия огромной кинетической энергии и геологических особенностей поверхности. Используя стандартные импакт-скейлинги, применяемые для расчета размеров метеоритов при ударах по земной породе, можно оценить размер первоначального объекта, который и вызвал образование кратера. Например, для железного астероида он составил бы примерно до 1,5 километра, для каменного хондрита – около 2 километров, а для рыхлого кометного ядра – порядка 2-3 километров. Точные параметры зависят от скорости удара, обычно применяемые в пределах 17-20 километров в секунду, да, примерно как у межзвездного объекта 3I Atlas. Но паниковать не стоит, он пролетит мимо. Конечно, если не поменяет траекторию, поэтому ведите себя хорошо. Также удар зависит от угла входа в атмосферу и влияния дополнительных факторов, таких как наличие ледяного щита над зоной столкновения. В случае Хиаваты, ледниковый покров толщиной в несколько километров мог частично поглотить энергию удара, изменяя динамику формирования кратера и распределения ударных пород. Эти оценки позволяют не только реконструировать характеристики самого космического тела, но и моделировать последствия столкновения для климата и окружающей среды в масштабах региона и планеты в целом. Вероятнее всего, последствия удара выходили за рамки физической катастрофы. Космическое воздействие могло вызвать гигантский цунами, а впоследствии потоп, изменения в атмосфере, резкие колебания температур и сейсмическую активность, создавая глобальные погодные аномалии. Совокупность данных, включая геохимические аномалии, резкие климатические сдвиги, массовое вымирание животных и археологические свидетельства, создает убедительную картину глобальной катастрофы. Когда эти данные сравниваются с мифами и легендами древних цивилизаций, возникает интересная картина, которая сохранилась как в физической среде, так и в сознании людей, передаваясь через поколения. Размышляя о гигантском ударе, мы понимаем, что Земля – динамическая планета, подверженная внешним воздействиям. История человечества тесно переплетена с природными катастрофами, и изучение этих событий помогает нам лучше понять прошлое и предвидеть будущие риски. Катастрофическое событие тех времен напоминает, что жизнь на планете зависит от множества факторов, включая космические воздействия, и что наша цивилизация неотделима от глобальных природных процессов, хотим мы этого или нет. Но может ли подобное повториться и в наши дни? И если да, то какими будут последствия для океанов,
суши и человечества в целом. Сначала стоит вспомнить масштаб катастрофы, размер космического объекта и его скорости. И тогда становится более ясно, что удар, о котором мы говорили, был настолько мощным, что расплавил участки земной поверхности в геологических слоях. А место падения метеорита сопровождалось огненными бурями, разрушительными ударными волнами и масштабными лесными пожарами и цунами. Если подобное событие произойдет сегодня, последствия будут гораздо более разрушительными, учитывая плотность населения, глобальную индустрию и тесную взаимосвязь человеческой инфраструктуры. Для начала, удар по суше вызовет мгновенное разрушение на площади тысяч квадратных километров. Гигантский кратер образуется за секунды. Миллионы тонн земли, камней и пыли будут выброшены в атмосферу, создавая облако, которое может блокировать солнечный свет на месяцы или даже годы. Температура на поверхности вокруг эпицентра ударного кратера мгновенно поднимется до 1000 градусов, вызывая массовые пожары, мгновенную гибель всего живого и разрушение инфраструктуры. А при падении метеорита в морскую или океанскую зону формируются гигантские цунами, способные сметать прибрежные города на расстоянии сотен километров. Вода с высокой скоростью сметает все на своем пути, вызывая разрушение портов, населенных пунктов и промышленных объектов. Кроме того, огромные массы выброшенной воды и выброшенного материала приведут к изменению химического состава океанов, повышению кислотности, увеличению содержания металлов и осадков, что повлияет на морские экосистемы на долгие годы. Воздействие на атмосферу может быть глобальным. Пыль, сажа, химические элементы, выброшенные ударом, попадут в стратосферу, блокируя солнечный свет и вызывая так называемую ядерную зиму, о которой мы говорили немало. Тем не менее, сценарии показывают, что вероятность повторения гигантского удара, хоть и низка, не равна нулю. Космос все так же остается опасным местом, и даже маленький астероид может вызвать локальные разрушения, а крупное тело – глобальную катастрофу. Именно поэтому изучение прошлых событий, произошедших 12 800 лет назад, крайне важно, ведь мы должны хотя бы немного понимать последствия заката человечества. Хотя, будем честны, остановить подобный объект можно будет только в индийском кино. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то, пожалуйста, поддержите меня на Boosty или Patreon. Я буду очень благодарен. Ну и, конечно, хорошего настроения и до скорой встречи. Всем пока.